эту карту хотел тоже пасмить еще. Вечно на стриме в конце умираю. Так я там отходил, ну так что, нормальные? Смотря что мы считаем нормой. Если сравнивать с большинством карт, то нет, ненормальные, но на деле нормально делать ненормальные карты. Потому что есть куча игроков, которые их сыграют с удовольствием. Вот такой тебе ответ. Кашнул 8,5 звезд джамп. И еще один. Типа оба хардпарта покашнул на 8,5 звезд карте. Норм. Или там третий еще вроде будет. Один мисс. Ебать, я паснул. Наконец-то. Пиздос. Первотраем из ФК хардпартов. Этот заплей очень красивый. Ну там, на самом деле, ну, по старрейту, у нее самое сложное, это не самое старрейтное. То есть самое сложное, это вот стрим последний пробить, который, ну, 7,5 звезд, наверное, где-то. А джампы, которые 8,5, их проще.